Мы что, на гонках? Да-да. Сколько еще раз на этой неделе ты на меня обидишься? Вообще-то, тут все зависит только от тебя. Добро пожаловать в мою обитель вдали от ада. Дикую и необузданную. Похоже на тебя. Макс, ну как же это круто! Моя лучшая подруга вернулась, да еще и прокачанная. Но мы не знаем, надолго ли. Именно поэтому нам пора играть. Дэвид, может, и ушлепок, но ты его пистолет украла. В Аркадии Бэй теперь все с оружием ходят? Только те, кому не стоило бы. Вроде моего отчима. Но все меняется. Я пока не революционер. Че? Ты и есть революция, Макс. А чтобы во всем разобраться, осталось только провести тест. Глотнешь? Фу. Ты такая милая. Не меняешься. Ну что, найдешь нам 5 бутылок, пока я подготовлю полигон? Пиво и стрельба? Вот это комбо. Ты сможешь. А теперь найди нам 5 бутылок. Прошу. Узнаю мою Хлою. Я должна искать сраные бутылки, а ты прохлаждаться. Отлично. Вообще-то я готовлю полигон, Плакса. И все пытаюсь понять, кто же не спаслал на тебя этот дар. Может, Бог, может, боги. Так что повинуйся. Лучше давай заставим мир повиноваться. Ты готова к этому? О, да. Как только пойму, как именно моя сила работает, Бог точно должен разбираться в этом. Аминь. А пока ты строишь империю, я прослежу, чтобы ты не сбилась с пути кутежа и угара. Отныне и во веки веков. Я просто меняю ход времени и пространства. Ах да, и историю. Нормально. Ты уже изменила историю, когда спасла мне жизнь, Всезнайка. Посмотрим, что еще можешь. Я отлично помню, как заходила туда в детстве. Я обожала их кукурузные оладьи. Теперь их вывеска лишь старая рухлядь. Трудно представить, что когда-то он ездил по улицам до отказа, набитый учениками. Перерыв? Только поглядите, симпатяшка бутылка. Дурацкая бутылка. Может, это поможет достать бутылку? Только поглядите, симпатяшка бутылка. Здравствуй, бутылка номер 1. Осталось 4. Так грустно видеть лодку на суше. Интересно, кем были ее владельцы и где они сейчас? Ремонту не подлежит. Покойся с миром. Интересно, сколько поколений моды прошло через ее недра?
Смотрите на экранах. Макс Колфилд в эпопее «Охотница за бутылками». Бум. Осталось найти три. Думает ли Хлоя об отце, когда видит все эти искореженные машины? Ух ты! Похоже, это та желань, которая была в моем видении с торнадо. Эта лань идеальна для фото. Она смотрит на меня, будто между нами есть связь. Это была олдскульная панковская футболка. Все вокруг такое тихое и первобытное. Меня не покидает чувство, что Лис мне что-то шепчет. Словно Аркадия Бэй хочет мне что-то сказать. Мне нужно лишь понять, что. Я не хочу идти туда. Спасибо за ответ. Это самое жуткое, что здесь есть. О, бедняга. Совсем одного тебя оставили. У каждого автомобиля есть своя история. Вся эта ржавчина успокаивает меня. Это болезнь или я просто годка?
не просто смотреть. Не представляю, чтобы Хлоя возилась с косметикой. Они и правда были близки. На месте Рэйчел могла быть я. Песни Рэйчел. Сделает ли Хлоя когда-нибудь подборку для меня? Ты где, стекляшка? В прятки со мной вздумала играть? Третья есть, осталось две. Что там говорят про бутылку в стоге сена? Я хочу умереть. О, боже. Кто это написал? Значит, Рэйчел была на вечеринке в циклоне. Судя по дате на листовке, это было как раз накануне ее исчезновения. Не хочу навязываться, но я тоже была здесь. Теперь мы официально трио. Осталось отыскать Рэйчел. Они собирались рвануть до самого Лос-Анджелеса ради рейва. Круто. Я не хочу идти туда. Какая мерзость. Жутковато видеть эти старые шприцы здесь. Гильзы, похоже, свежие. Уверена, что это популярное местечко. О да, подойдет в качестве мишени. Осталось последнее. Теперь мы официально трио. Бигфуты были здесь. Так, можно использовать эту доску как мост. Она вроде не особо тяжелая.
намного тяжелее, чем я думала. Где корабли, там и пираты. А значит, и выпивка. Класс. Хоть что-то уцелело на этой помойке. Вуаля! Пора отнести нашу добычу капитану Хлое. Эта свалка тут еще клоповник, но я понимаю, почему Хлоя зависает здесь. Стимпанк — это ее. Я чувствую, будто мы с Хлоей снова в детстве. Прячемся где-то, строим планы на будущее. Несмотря на весь этот хаос и бред, я до коликов рада снова зависать вместе с ней. Я так счастлива, будто мы вдвоем вернулись в прошлое. Спасибо. Стоп. Последний на пассажок. О, ты это серьезно? Мы подстрелим все бутылки, ни разу не промахнувшись. Макс, помоги прицелиться. Давай, направляй меня. Сначала нужно выстрелить. Давай, направляй меня. Слегка правее. Сэр есть сэр. Офигеть! Ты это видела, Макс? Да. Охуеть, как круто! Теперь давай вторую. Итак, Макс, куда стрелять? Ты прицелилась. Жми на курок. Куда стрелять? Возьми чуть выше. Прямо промеж глаз. Берегись, Нейтон. Вот это веселуха! Давай, подруга, найди мне еще одну цель. Хочу быть креативнее. Укажи мне цель, Макс. Целься вон в ту голубую доску. Ненавижу старые доски. Мрак. Укажи мне цель, Макс. А сможешь прострелить ту старую бочку? Прости, мистер Бочка, но твое время вышло. Ты только послушай, как они звенят! Укажи мне цель, Макс. Спорю, ты спеши видишь, как бы разнести те старые мониторы. Перезагрузим-ка их пулей. Как все... Укажи мне цель, Макс. Давай проучим вон тот обод слева. Ну, берегись, коварный обод. Сука, да! Отличный выстрел, Текс. Вот это я понимаю. Ну что, довольна? Как никогда. Я хочу еще один сверхубойный выстрел. А как насчет вон того драндулета? Подруга, мне сперва цель нужна. Посмотрим, что будет, если попадешь в бак. Отойди. Сейчас будет бум. Подруга, мне сперва цель нужна. Пусть разлетится лобовое стекло. Берегись осколков! Эй, вам лучше бы спрятаться. Подруга, проучи-ка этот бампер как следует. Прощай, жестокий бампер. Боже,
Я себя подстрелила! Мотай! Мотай! Твою мать! Держись, Хлоя! Подруга, мне сперва цель нужна. Давай подстрелим левое колесо. Адьос, колесо смерти. Убойно. Поверить не могу, что это на самом деле. Моя подруга супергерой. Теперь твой черед спустить курок. Я не знаю. Макс, у тебя кровь? Черт! Мне что-то нехорошо. Макс! Ты меня перепугала. Надеюсь, тебе стало лучше? Немного. Спасибо, что помогла. Просто дай мне минуту. Слишком много экшена для Аркадия? Или недостаточно. Но это весело. Страшно и глупо, но весело. Дай знать, когда полегчает. Боже, эти силы правда что-то делают с моей головой. Хорошо, что я в норме. Надо поговорить с Хлоей. Даже с пистолетом в руках сумеет расслабиться. Что ж, похоже, ты готова рвать и метать. Я что-то не уверена. Ты боишься, что ли? Ой, хнык-хнык, Макс боится. Я знаю, ты справишься. Я с тобой. Давай, чтобы я гордилась. Эй, это же Тельма и Луиза. Или Бонни и Клайд? Извини, Фрэнк. О, прости, Хлоя. Не буду мешать вам налаживать узы. Я слышал выстрелы и треск стекла. То, что вы играете с оружием, очень мило. Вспоминаю себя в ваши годы. Не сравнивай меня с собой, чувак. Нам обоим нужны деньги, а у тебя дела еще хуже, ведь ты мне до хрена должна. Не так ли, Хлоя? А? Я отдам деньги. Разве не все так говорят? Сами на мели, но строят из себя крутых. Что у тебя там, малышка? Покажи. Откуда у тебя это? От друга. И это не твое, мать его, дело. Сейчас твое дело... Это же браслет Рэйчел. Какого хрена он у тебя делает? Угомонись, хорошо? Это был подарок. Врешь, тварь! Ты украл его! Немедленно отдай мне его, мудак! Лучше отойди, иначе пожалеешь, красавица. Я серьезно, могу тебя и порезать, сучка. Пожалуйста. Пожалуйста, отойди. Шутить вздумала? Опусти его. Давай, девчонка, застрели меня. О, господи, да вы скорее Эбботт и Костелло. Отличный ствол. Возьму-ка я его в залог. Благодарю. Не вернешь деньги до пятницы, я выслежу тебя вот с этим залогом. Приятной игры, детишки.
Надо было стоять на своем. Я испугалась. Я не люблю оружие. Отделаться от Нейтана будет тяжелее. Теперь мой грёбаный отчим запрет оставшиеся пистолеты в сейфе. Прости, Хлоя, но я никогда раньше не целилась в человека. Это не круто. Знаю, Макс. Честно, я предполагала, что такое может произойти. Все равно там еще есть пушки. Идем. Мое секретное убежище сегодня не слишком секретно. Хорошо, что этот придурок свалил. Да и хуй бы с ним, ему нужны только его деньги. Вот черт. Из-за меня Фрэнк забрал пистолет Хлои. Ничего себе. Откуда это у Фрэнка браслет Рэйчел? Нам нужно будет об этом поговорить. Но сейчас мне лучше идти за Хлоей. Хлоя ждет меня, чтобы прогуляться. Нам обеим сейчас нужно взять паузу. Не могу поверить, что ты отдала ему пушку. На, Фрэнк, держи. Может, уже хватит злиться на меня? Особенно из-за такой тупой хрени. Я не злюсь. Просто в очередной раз люди подводят меня. Мне нравилось носить этот ствол. Теперь у тебя есть я. Я рада, что ты была рядом. Я тоже. Думаю. Хлоя, зачем ты связываешься с такими жуткими неудачниками, как Фрэнк? Это странно. Ну, тогда давай расскажу. Как будто в другом мире, да? Вот так бы навсегда. Может, построим другой пиратский форт, подальше от остального мира? Нам нужна новая секретная база, чтобы Фрэнк не нашел нас. Ты в порядке? Мне все еще безумно страшно. Это кошмар, Хлоя. Прости. На самом деле Фрэнк не такой жуткий. Все, что его интересует, это бабки, манатки, шелудивый пес. Хлоя, ты серьезно? Фрэнк забрал твой пистолет и угрожал нам. Он теперь еще больше опасен. Макс, я знаю, эта хрень для меня в порядке вещей. Поэтому я и хотела свалить отсюда, не расплатившись с ним. Теперь расскажи мне, что конкретно между вами происходит. У него хотя бы фамилия есть? Фрэнк Бауэрс. Не ты же мне траву подгоняла, ведь так? Короче, были у нас мутки. Мутки. Ты же не про... Нет, не было у нас секса. Какая мерзость. Он даже не намекал. Я просто облажалась, когда заняла денег, чтобы мы с Рэйчел свалили отсюда. И все? Нет. Я хочу узнать, откуда у него браслет Рэйчел. Как думаешь? Думаю, нам нужно быть осторожней и приглядывать за этим парнем. Но только чтобы он нас не заметил, ясно? Так странно говорить с тобой обо всей этой хрени. Последний раз мы тусили, когда были мелкими. А все как будто вчера было. Вот бы вы с Рэйчел познакомились. Думаешь, мы с Рэйчел могли бы подружиться? Не такие уж вы и разные. Она разбирала... Рэйчел отлично разбирается в искусстве. Плюс она такая же зануда, как и ты. Мы бы все стали друзьями навек. Она наверняка такая же крутая, как ты. Мы обязательно познакомимся. Рядом с рельсами мне всегда так спокойно. Не понимаю, почему. А Керуак знал. Романтика путешествий, постоянного движения. Свист поездов и стук колес по ночам. Да ты мать битник. Лучше бы я была хорошим фотографом. Но ты... Ты же прекрасный фотограф.
шум. Это поезд! О, черт! Макс, ты не сможешь просто вытянуть Хлою как супергерой. Шевелись! Найди что-нибудь! Давай, Макс! Рычаг нужно немедленно переключить. Я даже сдвинуть не могу! Вытащи меня! Может, у меня получится открыть этот щиток? Во, она не заперта. Макс! Их нужно чем-то перерезать. Против переключателя. Черт! Бобину что-то блокирует! Этот клин удерживает бобину. Черт, не поддается! Давай, Макс! Монтировка! То, что мне нужно! Эта хрень мне точно поможет! Вытащи меня! Плоскогубцы! Ура! Давай. Я теперь как МакГайвер. Поторопись! Вытащи меня! Черт! Этот топор довольно острый. Даже слишком. Ладно, и что мне им отрезать? Войду и выйду, все просто. Найди другой выход! Но который из них? Это точно нужный провод. Давай, Макс! Да, получилось! Хорошо. Ты снова спасла меня. С ума сойти. Мы теперь навеки связаны. Черт, едва пронесло. Не рада, что я затащила тебя в такие безлюдные дебри на краю света? Было круто побывать в твоем убежище. Но мне нужно успеть хотя бы на последние пары. Раз уж ты у нас таинственный супергерой, я буду твоим верным спутником и компаньоном. Моя сила не может быть вечной, Хлоя. И ладно, зато мы можем. Навсегда.